Для жителей аула новый дом культуры – важный шаг в будущее. Это первая масштабная стройка в Адылхалке за многие годы. Старейшины уверены, что новый очаг культуры станет вторым домом для творческой молодежи и музыкальных коллективов. Мы этот день ждали долго. И, наконец, наступил этот день радостный. Мы радуемся, старики даже радуются, что молодежь будет где им заниматься спортом, танцами разными. Мы очень рады. Эти кадры мы снимали в декабре прошлого года, а спустя всего полгода жители аула собрались на торжественное открытие ДК. Гостей встречают традиционными ногайскими угощениями. Вот кульминационный момент. Перерезана красная лента, и уже со сцены звучат слова напутствия коллективу Дома культуры и благодарности строителям. Развитие культурного досуга в ауле – это развитие нашей молодежи в плане искусства. Есть много теперь возможностей для воспитания нашей молодежи. Еще раз поздравляю вас всех. Мы долго ждали этот день, когда в Адылхалке будет свой дом культуры. Вот, наконец-то, сегодня мы к этому подошли. Замечательно, согласитесь, вот я сегодня прошелся по помещениям, по всем его кабинетам, залам. Великолепное помещение для того, чтобы было развитие не только у детей. Это место, очаг культуры, где будут собираться все. Сегодня это образец того результата, где вложили душу. Кроме того, что строители поработали, я смотрю, здесь и оснащение, и вот эти прекрасные вот эти занавесы, шторы. Ну, до мелочей все продумано. Это говорит о том, что и на месте здесь есть тоже руководитель, это директор нашего клуба. Сотрудники, которые вместе работают. Да и я думаю, всем аулам, наверное, все помогали, кто чем мог. Здесь созданы все условия для творчества. Оборудованы музыкальные и хореографические секции. Световое и звуковое оснащение актового зала, отвечающий современным техническим требованиям, позволит проводить тут концерты и кинопоказы. Головы вверх, года поднять за тебя. Я очень рада, что у нас в ауле построился новый дом культуры, и мы здесь будем заниматься танцами. А это новый ДК в ауле Эльбурган. Собственного дома культуры здесь не было с основания аула. Заниматься с детьми приходилось в школьных кабинетах, где не было подходящих условий для развития талантов. Теперь же у местной детворы большой выбор. Только успевай! Здесь просторные комнаты, кружки, хореография, можно танцевать и рисовать. Ты планируешь ходить сюда на кружки? Да. На какие? Я бы хотела ходить на танцы, на рисование. Дом культуры в Эльбургане по планировке и оснащению схож с ДК в Адылхалке. Здесь тоже есть залы для занятий танцами, декоративно-прикладным и изобразительным искусством. Не обошлось без богатой различными книгами библиотеки и просторного актового зала. Дело за малым – до конца обустроить помещение и смело приступать к занятиям. Очень прекрасный проект, очень прекрасный зал большой. Сцена большая, глубокая, кабинеты все светлые, все прекрасно. Жители аулов Адылхалки и Эльбурган готовы к переменам. Горят желанием двигаться вперед, и появление долгожданного очага культуры даст им в этом новый импульс. Айгуль Баранукова, Алина Гидиева, Далиль Мирза, Радамир Князев, Архыз 24.